подписаться и ставьте лайк, и это будет приятно. И сегодня у нас долгожданный розыгрыш. Кто ждал розыгрыша, ставьте лайк. У нас есть 3 новых пакетика, и мы их распечатаем. Да, ребят, мы их потом распечатаем. А сейчас мы должны показать ребятам, что мы будем разыгрывать, и рассказать про условия розыгрыша. Да-да. Мы обещали, мы будем разыгрывать все мои повторки. Да, ребята. Первое — это наши повторки. Но повторок может быть и больше, потому что да-да, мы еще будем собирать. И если их прибавится, мы тоже с удовольствием вам их отправим. Да. Итак, повторки. Второе — это наша чашечка. Чашечка. Мы наконец-то ее купили. Покажи, какая там чашечка. Там будет такая чашка, как вы и заказывали. Вот этот вот эспрессо-невидимка. Когда вы будете наливать горячее, то будет проявляться такой вот паровозик. Мы показывали в наших предыдущих видео, да? Можете посмотреть, какая чашечка будет. Да. Итак, это номер 2. Повторки и чашка. И еще мы кое-что вам, ребята, добавили. А это конфеты. Вот такой набор новогодний. Посмотрите, какой тяжеленький, даже в доме. Тяжеленький новогодний набор конфеток. Вот такие мишки и пингвинчики. Я думаю, вам понравится. Скоро новогодние праздники, да, скорый Новый год. Да. И вам Святой будет, Николай. Да, вам будет от нас такой замечательный подарочек. Итак, 3 вещи, которые мы разыгрываем: подарочек, набор, новогодний набор конфеток, чашка и наши повторки. А теперь условия конкурса. Условия. Что же вам нужно сделать? Да, первое — нужно подписаться на мой канал. Второе — подписаться на мой Инстаграм. Да, если ссылочку мы оставим в описании к этому видео. Да. Третье — написать слово в комментариях «участвую». Да, единственное слово вам нужно, ребята, написать в комментариях «участвую» или «участвую в розыгрыше». Другие комментарии мы не будем рассматривать, только комментарии «участвую» или «участвую в розыгрыше». Поэтому не пишите много всего. Да. В этот раз, ребята, вам обязательно повезет. Да, ребят, мы верим, что вам всем повезет. Сейчас мы будем раскрывать новые пакетики Гарри Поттера. Итак, начинаем распаковочку. Первый пакетик. Что же нам попадется? Так, первый. Новый или повторный? Новый! Класс! Новый! Это же Северус Снейп. Да, друзья, это Северус Снейп. Вот такая фигурочка. Класс! Сейчас она переходит в наш альбомчик для коллекционеров. Вот она поместилась, Северус Снейп. Следующий пакетик. Так, следующий. Так, повторка! Сириус Блэк тоже к вам переходит. Да, ребята, Сириус Блэк тоже переходит в повторок. Да-да. Угу. И последний пакетик. Сегодня это новенький! Это же Гэгрид! Да, ребята, это Гэгрид. Новенький. Он еще не попадался. И он тоже переходит в свою ячейку. Вот такой Гэгрид. Итак, сколько у нас уже фигурок новеньких? Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. 17 фигурок. На сегодня это видео заканчивается. Ребята, буду рад, если вы примете участие в моем розыгрыше. Я же забыл самое главное сказать, когда будут результаты конкурса. Результаты конкурса мы объявим 18 декабря. Да, ребята, 18 декабря, ровно через 2 недели, мы объявим результаты нашего розыгрыша. Мы выберем победителя, как и в прошлый раз, с помощью рандомайзера, да? Да. А мы все ваши комментарии, кто написал «участвую» или «участвую в розыгрыше», мы поместим, да, с помощью программы одной, которая называется Lisa On Air, мы выберем победителя. Да! А сегодня, ребята, мы с вами прощаемся. Всем пока-пока! Не забудьте подписаться и ставьте лайк! Пока! Всем желаем удачи! Пока-пока!